Мы живем в России. Вот какой у нас красивый флаг. Вот какой у нас золотой герб. Столица наша – прекрасный город Москва. А на севере России, у Белого моря, находится город Архангельск. Столица Архангельской области, или Поморье, как говорят издавна. Это край морской, лесной, озерный. И народ здесь сильный и работящий. С древних времен поморы добывают лес, морского тюленя, рыбу всякую и зверя. А грибов тут и ягод. Еще Иван Грозный наладил в Архангельске лесную торговлю с Англией. Наш народ не только торговал хорошо, но и строил на совесть. Что корабли, что храмы. Соловецкий монастырь один чего стоит. Там теперь музей и заповедник. На весь мир известен русский человек Михаил Васильевич Ломоносов. Он был поэт, художник, просветитель, физик, химик, астроном, первый русский академик, великий ученый, гордость России. А родился он здесь, в Холмогорах, на Поморской земле. И это не сказка. А вот уж сказки поморские, особенно те, что рассказывали писатели Ширгин и Писахов, это просто чудо, как россыпь драгоценных камней самоцветов. Слабон! О! Вот глупая! Я тоже заяц! Молодец! Такую щуку поймала! На три бочки засола!
поехали! Городских рыбкой гости! Молодец! Таких волков поймал! Хороша шубок зиме выйдет! Thank you.
телега. Да нет, карета. Все это взять. И печка внутри. О, ты смотри там. О, ишь ты. Хочу. 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 Только соль. Вот. Ага. Хочу. Хочу. О, хочу. Как раз по мне шуба. Снимай, давай. Давай, снимай, тебе говорят. Молодец! Такого жадного господина домой прогнала. Долго он тепереча чужую шубу помнить то будет. А вот рассказывал мне мой дед, а он от своего деда слыхал. Был в нашей станице когда-то атаманом отставной полковник Самсонов Алексей Хрисанфович. Герой, вся грудь в орденах, все у него было. И чин, и титул, и усадьба, что царский дворец каменная. И станишники его уважали. Вот только детей у него не было. А уж жена его Марья Нефедовна как из-за этого тосковала. Нагадала ей как-то цыганка, водится, мол, в дон реке рыба волшебная. Кто этой рыбки отведает, у того, глядишь, ребеночек и появится. Ну, ежели сынок, то ладно. А вот коли дочка, выдать ее надо будет за третьего, кто посватается, а то беды не оберешься. Ну, Марья Нефедовна, конечно, все уши мужу прожужжала. Достань ей эту рыбу, где хочешь, и все тут. Отправил полковник своих казаков к рыбакам. Назад, чтобы рыба, значит, не протухла, короткой дорогой поехали. Место там, правда, было нехорошее, гиблое место. О. Однако обошлось. А на окраине станицы жила вдовая казачка. Лучшей кухаркой слала на Дону. К ней казаки добычу и доставили. И такая эта рыба получилась. Ну как не попробовать, а?
рыба то и впрямь волшебной оказалась. Родила Марьяне Федоровна дочку, да такую хорошенькую, что полковник хоть и ждал наследника, а утешился быстро. А что там цыганка нагадала, никто уже не помнил. А у казачки поварихи тоже ребеночек родился, только мальчик. Даже кошка не зря рыбьи кости ела, котенок у нее хороший получился. Полковник с женой, конечно, дочку свою Елизавету Алексеевну обожали безмерно. Вокруг нее няньки, гувернантки, учителя самые лучшие. Обучают ее хорошим манерам, музыке, танцам и по-французски. Ну а как же, дворяне. И такой она красавицей сделалась. А казачка сына своего Степку, как подрощу, то к куму привела, кузнецкому ремеслом обучаться. Смысленым парнишка оказался. Дело у него пошло. Вскоре и сам кузнецом стал, а кот у него за подмастерье. Увидела как-то полковничья дочь красавца кузнеца и влюбилась без памяти. Сватался к ней молодой граф, отказал. И барону иноземному отворот-поворот. Только о кузнеце и мечтай. А тут именины Лизонькины. И вот тяна. Третий жених явился. Стили черти за пустое сватовство сразу всей станице. Вот и утро уже, а на дворе темнее ночи. Ну, полковник, конечно, станишников на сход собрал по поводу небесной катаклизмы, а как же? А в это время прибыл на Дон с инспекцией генерал Куропаткин. И в нашу станицу заглянуть решил. Что же это такое, любезный Алексей Хрисанфович? У всех белый день, а у тебя в станице ночь непроглядная. Да вот верно, черти светило выкрали. Черти не черти, а порядок быть должен. Братцы, родные, кто с этой поганью сразится и вернет людям светило небесное, тот получит орден на грудь и мою дочь Лизавету Алексеевну в жены. Ну? Ну, это попробовать можно. А девка-то стоящая? Вот, Лизонька моя. Подходящая. Эх, ладно. Воды дайте. Не, мне поболе надо. Тут наш мост рушит.
кузнец я. А ну вертай, светило, не то и мост сломаю, и тебе не поздоровится. Не отдам, биться давай. Давай, ты огнем станешь, а я водой. Посмотрим, кто кого. Это кто тут мой муж тревожит? Ну я, кузнец. Отдавай-ка звезды сейчас же. Да я тебя сейчас... Постынь-ка, тут уж один горячился. Превратись, лучка, ты в камень и катись с горы. Коль я не выстою, ты победил. А выстою, отдавай звезды. Да я это, кузнец, за солнцем пришел. Отдавай. А вот не отдам. Биться будем. Опомнись, дядька, я уж двоих таких видел. Давай-ка лучше, кто громче свистнет, а? Да раз ты свистеть. Ну, теперь я. Ты только глазки-то закрой, а то выскочут. Вот тебе свист. А вот и посвист. Ой, где же вы так свистеть научились-то, а? Да жизнь така. Но с солнышком оно, конечно, веселее. Эх, молодец, кузнец. Тюр станицы на Дону, стебрил солнце и луну, не связался б с казаками, был бы с целыми рогами. Говорю я при луне, милый мой, женись на мне, а то, как луна зайдет, меня замуж черт возьмет. Ехал черт по лесу и заехал к бесу, звезда черта угощал, до рассвета лес прощал. Через речку Дрелищечный коробок построится, разрешите нам, кузнец, с вами познакомиться. Герой, ну герой! Зятек! Степушка! Ох і свадьба була. Гостей собралось со всего Дона. Сам генерал Куропаткін пожаловав. Горька! Ну і мамаша Степкіна, конечно, була. І кум її, старий кузнець, і князья, і граф'я, і простые станішники. І вообще, кого там тільки не було. Дід моєго діда теж там за столом сидів. Мед пиво пив, а мені не вставив. Зажили Степан с Лизаветой душа в душу, на радость усему свету. А черта на службу взяли, за порядком следить. Порой и нечистая сила сгодится, хоть постращать кого, что ли.